Городского головы Бабия Бориса Васильевича собрались жители нашего города, чтобы вместе отпраздновать этот удивительный праздник. Праздник Богоявления Господне Крещение – один из самых древних праздников христианской церкви. Господнего. Святые отцы сейчас прочитают молебен в честь этого праздника и в честь вас. С праздником вас! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Отойдите в сторону! Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Где же упоит землю, и родит, и прозябнет, и даст семя сеющему, и хлеб с ней. Таков будет глагол мой, и же аще взыдите, и радости научитеся. Горы и холмы скочат, но е, и не оскудеет. И мудро, Господи, чудно дела Твоя, ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Верись, Господи, чудно дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. И освети воду сию, и дашь ей благодать, избавление, благословение Иорданова, сотвори ее нетление, источник освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеления.
сохраняться в нас. На протяжении всего года не принято окреплять и освящать эту воду, скажем, на водных источниках, на ставках, на реках. Поэтому вот по просьбе большой Бориса Васильевича, так как он больше всех потрудился, сделал дорогу, посыпал песочком, все это объявил, собрал нас всех, дай ему Бог здоровья. Будет купаться сейчас первый, можно уже идти переодеваться. А вон и на меня. Снимай. Таир, не опаздывай. Семен, Семен. Таир, давай следом. Мама, ты сразу. Вот ты взял бы, сфотографировал бы. Снежок, перед тем. Олег, мы с тобой. Черная водичка, да? У тебя как на лицо меня. Олег, Олег, отец, Ваня, ну что, пивик болел, а ты мало. Радостный, да лицо хотя бы перевел. Я же смылась. Что? Пошли со мной. Давай, быстрее туда. Давай, давай.